Вы знаете, когда Моисей вывел израильский народ из Египта, I'm assuming that most of you, many of you celebrate Passover. Я думаю, что большинство из вас, многие из вас, вы празднуете Песах. So I'm not going to spend a lot of time talking about Passover. Поэтому я не буду много говорить о Песахе. But we know that right after he brings them out, но мы также знаем, что после того, как они вот вышли из Египта, miraculously, чудесным образом, they walk across a sea on dry ground, они перешли через море по суше, walls of water on both sides, стены, водяные стены по обеим сторонам, opened up when Moses took that rod and stuck it out. Моисей с помощью своего посоха протянул посох, и вода расступилась. Big party! Yay! Pharaoh's dead! И после того вода снова сомкнулась, фараон погиб, всех потопило. Big party! И большая вечеринка. And it's not any time before they're saying, we're hungry. И это было незадолго до того, как они сказали им, мы изголодались, мы умрем. Мы жаждем, мы воды хотим, мы умрем. Мы просто умрем. Почему ты нас в Египет не возьмешь, мы просто умрем. Жалобы, жалобы, жалобы. Moses, as the leader, Моисей как лидер, had to maintain his faith. Должен был сохранять свою веру. His belief in God. Свою веру в Бога. With all of these complainers around him. Несмотря на всех этих ропотников вокруг него. Now let's look just briefly at Exodus 17. Давайте кратко посмотрим на 17 главу. 17 глава, Исход, 6 стих. This is when they're complaining because they're thirsty. Здесь они жалуются из-за того, что они жаждут воды. They're eating the manna. Они кушали манну. God had taught them about resting on the seventh day. Бог сказал им отдыхать в седьмой день. And now they're thirsty. Теперь они жаждут. Verse 3, he says, you brought us up out of Egypt, and you're going to kill us and our children and our livestock with thirst. Третий стих. Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду нас, и детей наших, и стада наши? Now here's what a good leader, a strong man of faith does. You go to God. И вот что делает муж Божий, муж веры, он идет к Богу. When people are complaining against you, go to God. Когда люди жалуются на вас, идите к Богу. When you want to, I mean, at this point, if I had been Moses, I would have wanted to pick up that rod and go bam. Если бы я была Моисеем в то время, я бы взяла свой посох и бабах. Moses is a man of faith. Моисей муж веры. He's learned that doesn't work. И он понял, что это бы не сработало. Do it God's way. Нужно делать все по Божьему. So he went and said, God, what do I do? These people are about to stone me. И поэтому он идет к Богу и спрашивает, Бог, что же мне делать? Они меня чуть камнями не побьют. So God tells him what to do. Бог говорит ему, что делать. He goes to this rock. Он идет к этой скале. He strikes the rock with God's rod. Ударяет по скале Божьим посохом. And water comes out. И появляется вода. Cool. Классно. Wonderful work. Замечательно. Now, there's so much good stuff in here that I can't stop and take time to talk about all of it. But it's important in chapter 19. Здесь так много замечательного, я не могу, конечно, все осветить, но в 19 главе. For God begins to he wants to show himself to Israel. Когда Бог хочет явить себя Израилю. Now understand it in verse 16 it says that on the there were thunderings and lightnings and a thick cloud on the mountain. И поймите, там в стихе говорится, что
были молнии, был гром, и было облако дыма над горой. So that all the people in the, that were in the camp trembled. Поэтому все люди, которые остались в лагере, они все испугались. Now understand, it's important for us to understand. Let's don't confuse it with Zeus. Давайте не поймем это, не спутаем его с Зевсом. God is doing this to protect the Israelis. Бог это делает для того, чтобы защитить израильтян. They need to understand that he is not to be taken lightly. Они должны понять, что к нему легкомысленно не надо относиться. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Страх Господень — это начало мудрости. He's not like us. Он не такой, как мы. We are in his image. Мы по его образу созданы. But he's not like us. Но он не похож на нас. No one created God. Никто не создавал Бога. We need to understand his power. Мы должны понимать его силу. Let me rephrase that. Я хотела бы это перефразировать. I'm not sure we can understand his power. Я не уверена, можем ли мы понять его силу. We need to respect his power. Мы должны уважать его силу. I don't understand electricity. Я не понимаю электричество, как оно функционирует. I respect it. Я уважаю электричество. I know if I touch those two wires. Я знаю, если прикоснусь к этим двум проводам, I'm fried. То я поджарюсь. We need to respect God's power. Мы должны уважать силу Бога. So he is demonstrating, giving them a glimpse of who he is. Поэтому он показывает им, он дает им понимание, кто он такой. Because he loves them. Потому что он любит их. He, we cannot go into his presence with all of our sin. Мы не можем идти в его присутствие со всеми нашими грехами. So it is to our benefit that he set these boundaries. Поэтому для нашего же преимущества он помещает эти границы. Then, once we understand the boundaries, и затем, когда мы поймем эти границы, then we can accept Jesus and his payment. Затем мы можем принять Иисуса и его оплату. Then we can go into his presence. И сможем войти в его присутствие. But we don't ever take it lightly. Но нам никогда не следует легкомысленно относиться к этому. It is an awesome privilege to go into the presence of the Holy God. Это замечательная привилегия идти в присутствие Святого Бога. During this passage of scripture, this part of the biblical story, и в этой части библейской истории, God is showing Moses how to set up the tabernacle in the wilderness. Бог показывает Моисею, каким образом нужно устроить скинию в пустыне. And this same pattern was used in the temple. И такой же образец, такая же схема была использована при построении храма. And we learn something from this. И мы тоже можем узнать что-то из этого. We don't just go tripping into the presence of God. Мы не просто запрыгиваем себе, забегаем в присутствие Бога. Hey, Dad, I'm here. Привет, папочка, я пришел. Haven't washed my shoes. Haven't washed my feet. А ну, помой мои ноги. Tracking mud all in the house. Tracking mud in the house. Who is saying this? The kid. Us, it's God's children. Here we are, we're home. Вот мы пришли, мы дома, Бог. Have dirt all over our shoes. Наши туфли грязные. Gonna go sit right in the middle of Daddy's bed. Потом сядем прямо на кровати папы и разбросаем всю грязь по кровати папы. Сядем папе на голову. Like he's our pet. Типа он наш игрушка или домашнее животное. That's now, not, that is not how you approach похлопаем его, похлопаем его по плечу. Это не так мы подходим к Богу. Мы не так должны подходить к Богу. His presence was literally dwelling in the midst of Israel. Его присутствие на самом деле было в среди Израиля. But if you wanted to come close, но если вы хотите подойти поближе, you had to go in that outer court. Нужно войти во внешний двор. There was a sacrifice. Жертва, принести жертвоприношение. There was the laver. Омовение.
Then there was the holy place. Затем святое. Table of showbread. Столы предложения. Altar of incense. Затем алтарь воскурений. And the lamp. И светильник. I believe that speaks of the bread of life. Я думаю, что это говорит о хлебе жизни. The prayers of the saints. О молитвах святых. All of it lit by the Holy Spirit. И все это под светом Духа Святого. And then the veil. И затем завеса. And behind the veil. И за завесой. The most holy place. Самое святое. And only once a year did the high priest go in behind the veil. Куда входил первосвященник однажды в год. To offer the blood on the mercy seat. Чтобы принести кровь и к этому трону милости. God's teaching us how to approach Him. Бог учит нас, как приближаться к Нему. He's saying, I can be approached. Он говорит, вы можете приблизиться ко мне. I want to dwell in the midst of you. Я хочу жить среди вас. But you must respect who I am. Но вы должны уважать, кто я такой. For your benefit. Для вашего же преимущества, для вашей пользы. If I don't respect God, если я не уважаю Бога, I'm gone. То я просто исчезну. He's still God. Он все еще Бог. He's God, so it's because it's for my benefit that I respect and fear Him. Он все еще Бог, и ради моей пользы я должна его почитать. So he's not just showing up doing some I'm tough demonstration for the people. Бог не просто показывает такое как бы силу такое, типа я тут сильный паренек, надо меня уважать. He's doing it because he loves them. It's for their benefit. Он это делает, потому что любит их и хочет, чтобы это было ради их пользы. God knows they need it. Бог знает, что им это нужно. Moses goes up on the mountain, gets the Ten Commandments. Моисей восходит на гору, получает 10 заповедей. And then Moses comes back down. Сходит вниз. And it says in chapter 20, verse 18. И 20 глава, 18 стихе сказано. When the people saw all the thundering and the lightning. После того, как люди увидели весь тот гром, все эти молнии. They told Moses, "You talk to God, we're too afraid." Они говорят Моисею: "Ты иди, говори с Богом, мы боимся." You talk to God, we're too afraid. Иди, говори с Богом, мы боимся. Now I believe it was always God's desire to have a relationship with the individuals. Я верю, что Бог всегда желал иметь отношения с людьми, с определенными личностями. But they said, "No, Moses, you do it for us." Но они говорят: "Нет, Моисей, иди сам это за нас сделай." The reason I believe that is that when Yeshua came, that He's made us a kingdom of priests. Yeah. Когда Иешуа пришел, он сделал нас царственным священством. But the people said, "No, don't want it." Но люди сказали: "Нет, мы этого не хотим." You do it, Moses. Ты сам это делай, Моисей. And there is a psalm that tells us that the people knew God's actions. И есть такой псалом, что люди знали дела Бога. But Moses knew His ways. Но Моисей знал пути Бога. I want to know His ways. I want to be like Moses. Я хочу знать пути Бога. Я хочу быть такой, как Моисей. That's the offer He's giving us. Это то, что Он дает нам. That we can, by Jesus, we can boldly come into His presence. Что с помощью Иисуса мы сможем войти смело в Его присутствие. And we can learn His ways. И можем узнать Его пути. We don't want to settle for anything less. И мы не хотим довольствоваться меньшим. Okay, Moses goes up and stays on the mountain for a while, 40 days, 40 nights. 40 дней, 40 ночей Моисей остается на горе. And then even at one point, in chapter 24, this is an awesome little passage of scripture, Exodus 24, 9, and 10, and 11. Исход 24, глава 9, 10, 11 стихи. Moses goes up on the mountain with Aaron, Nadab, Abihu, and 70 of the elders.
Зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 старейшин Израилевых. And they saw the God of Israel. И видели Бога Израилева. And there was under his feet, as it were, a paved work of sapphire stone, and it was like the very heavens in its clarity. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. But on the nobles of the children of Israel he did not lay his hand, so they saw God, and they ate and drank. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. Wow. That is an awesome experience. Это просто замечательный опыт. They saw God. Они видели Бога. And apparently it was on his throne in heaven. This is a very similar description as what we see in Revelation. И очевидно, это был трон Бога, который на небе находится, так как описание похоже на описание Бога в Откровении, что находится под его ногами. What's under his feet is blue, and it's like it's so clear, it's like the sky. И под его ногами голубизна такая чистая, как небо. And they didn't die. И они не умерли. Wow. Wow. Okay, God's up there. Moses is having a great time. He's getting the plans for the tabernacle. He's getting the plans for the garments of the priesthood, the anointing oil, all these things he's getting. Бог там находится, и Моисей также получает знания о схеме скинии, как она должна быть устроена, как нужно пошить одежды священников и подготовить масло. Let's go to chapter 32. Давайте к 32 главе обратимся. Now the people saw that Moses delayed coming down. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы. And so they get to Aaron and say, "We need to make us a new god. This one isn't working anymore." И собрались к Аарону и говорят: "Нужно нового бога себе сделать, а то этот уже не работает." Aaron is the guy that Moses tried to tell God should be the choice. Remember, Moses said, "Get my brother Aaron." Помните, когда Моисей говорил Богу: "Ты лучше должен Аарона выбрать, а не меня. Будет лучший выбор." Moses didn't have any confidence in Moses. А Моисей сам не был уверен в себе. He had confidence in Aaron. Но он был уверен в Аароне. Let's look at Moses's choice. Давайте рассмотрим выбор Моисея. So Aaron, mighty man of faith. Поэтому Аарон, великий муж Божий веры. Not. Не великий. He said, "Bring your earrings." Принесите ваши серьги. And he made a calf. И он вылил тельца. And he said, "Okay, here's your new god." И он говорит: "Вот ваш новый бог." Okay. You need to understand if you're going to be a leader. Если вы будете лидерами, and you're going to be a man of faith, и вы будете мужами веры, you need to let God pick the leaders and show you the leaders under you. То позвольте Богу выбирать лидеров и показывать вам, кто должен быть под вами. Because you don't know what's in them. Поскольку вы не знаете, что в них. God knows what's in them. Бог знает, что в них. If God had wanted Aaron, he would have picked Aaron. Если бы Бог хотел выбрать Аарона, он бы выбрал Аарона. But God knew what was in Aaron. Но Бог знал, что находится в Аароне. He loved Aaron. Он любил Аарона. But he knew Aaron didn't have what it took to lead these stubborn, stiff-necked people. Но он знал, что у Аарона не было того, для того, что необходимо для водительства этих упрямых, этих жестоковыйных людей. These are tough people to lead. Это были жестоковыйные люди, кого нужно было вести. It took a man of mighty faith to lead them. Нужно было мужа веры, чтобы вести их. And so God tells Moses, "You better get down." И поэтому Бог говорит: "Давай спускайся, Моисей." Там они из-под контроля уже вышли. God really wants to wipe them out.
И на самом деле Бог уже хотел уничтожить их. Моисей говорит, нет, не надо убивать, не надо их убивать. See, this is, that's awesome. See, I would have been like, sure, God, kill them. Я бы, если бы я была на месте Моисея, да, конечно, Бог, давай их. Пристрели. И начни заново все. There have been times of great frustration in my life. И в моей жизни бывают очень большие разочарования. That I would think, okay, just let all these people go away and we'll start over. Ладно, Бог, пускай они все разойдутся и начнем все заново. And then God convicts my heart. И затем Бог обличает мое сердце. And says, wait a minute, you don't see what I see. Подожди минуточку, ты ж не видишь того, что я вижу. I sent you good people. Я дал тебе хороших людей. I sent you ones that will help you. You need to be patient. Я дал тебе тех, которые помогут тебе. Только будь терпелива. So I breathe and I let God prune the ones out that need to be gone. Я сделаю глубокий вдох и позволю Богу, чтобы Он отсекал тех, которые должны уходить. И те, о которых я даже никогда бы в жизни не подумала, что они могут быть лидерами. Have so surprised me. Они настолько меня удивили, сделали сюрприз мне. So, you understand Moses, he has his conference with God. He's like, no, God, don't. And see, Moses was very concerned about God's reputation. И Моисея очень беспокоила репутация, авторитет Бога. He said, don't kill him, God, then everybody else is going to think bad of you. Он говорит, Бог, не убивай их, а то все остальные плохо о тебе будут думать. I believe that just delighted God's heart. It made God happy that Moses. Я думаю, что Бог просто обрадовался от этих слов, которые Моисей ему сказал. So, one of the verses I want you to notice is Exodus 32:25. 32 глава, 35 стих. Would you read that one for me? И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. This place where it says that Aaron had let them get out of control. Здесь в этом месте, когда Аарон позволил народу выйти из-под контроля. It's very similar to the word here for being unrestrained or out of control. Twenty-five. 25 стих. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. That word unrestrained or out of control is the same word that's used in Proverbs. И это слово необузданность то же самое слово, которое используется в притчах. Where it says, without a vision, the people perish. Когда сказано, что без видения народ погибает. You could also translate that where there is no vision, the people get out of control. Или же когда народ не обуздан, то люди, когда нет видения, то народ не обуздан или же выходит из-под контроля. See, Aaron let them get out of control. И Аарон позволил им выйти из-под контроля. He didn't remind them of the vision. Он не напоминал им о видении. A man of faith is going to say, "No, wait a minute. We saw God. Moses isn't dead. You know that's what they were thinking. Moses was dead up there on the mountain." Он мог бы сказать им: "Послушайте, подождите минуточку. Моисей не мертвый, потому что у них были такие мысли. Возможно, там он же умер." A man of faith would have said, "Whoa, wait a minute. I was up there and I didn't die." И этот муж веры бы сказал, что: "Подождите минуточку. Я был там наверху, я же не умер." I saw heaven. Я видел небеса. Я видел трон. I didn't die. Я не умер. Moses didn't die. Моисей не умер. Be patient. Будьте терпеливы. Wait. Ждите. No, I'm not gonna make you a god. Да какого бога? Я никакого бога вам не буду выливать. Keep your earrings in your ears. Не надо Keep вытягивать. Your earrings in your ears. Не вытягивайте свои серьги из своих ушей. We're not making any gods. Не дождетесь вы никакого бога. Man of faith says we're gonna wait. Муж веры бы сказал, будем ждать. And I love it when Moses confronts Aaron. И мне нравится, когда Моисей встречается с Аароном. I love it in verse 24. 24 стихе. This is not a picture of a man of faith.
Это совсем не муж веры, это совсем не описание мужа веры. He says, they gave me the gold. Они говорят, он говорит, они дали мне золото. I just threw it into the, threw it into the fire. Я просто бросил все это золото в огонь. And the calf came out. И получился телец. I don't know what happened. Я не знаю, что произошло. It's not my fault. Это не моя вина. That's how they got out of control. Вот как они вышли из-под контроля. If you are blessed with a pastor, a husband, any leader who will take responsibility, you are blessed. Если вы благословлены любым лидером, пастором, мужем, который берет ответственность, то вы такие благословлены. If you and I've known women that had husbands like Aaron. И я знаю женщин, у которых были мужья похожие на Аарона. Nothing was ever their fault. Ничто не было их виной, они ни в чем не виноваты. And things get out of control. И все начинало выходить из-под контроля. Their household will be out of control. Дом начинал выходить из-под контроля, домашний. Finances are usually out of control. И обычно финансы выходят из-под контроля. Children are out of control. Дети выходят из-под контроля. And the wife is usually just out of control too. И обычно жена также из-под контроля вышла. Now how do they need? Is it his job to control them? Состоит ли их задача в том, чтобы контролировать их? No, he Нет, leads them. Он ведет их. He leads them in faith. Он ведет их в вере. He obeys what God says. И слушает то, что говорит Бог. He accepts his own responsibilities. И берет на себя свою ответственность. Faces his own sin. Again, встречается, он конфронтацию имеет со своими грехами. And sometimes he has to confront his own wife and children, say, "You're wrong, and I love you, but you're wrong." Иногда ему нужно идти на конфронтацию с детьми, с женой и говорить: "Вы не правы, я люблю вас, но вы не правы." No, we can't afford that. We're not going to buy it. Нет, мы не можем это купить, и мы не будем этого делать. I don't care if you are angry at me. Мне все равно, злитесь ли вы на меня. I'm going to love you enough to say no. Я буду любить вас и все равно скажу нет. That's a man of faith. Это муж веры. And I guarantee you, those kids will come in control. That wife will be in control. The finances will be in control. И я гарантирую, даю вам гарантию, что эти дети будут под контролем и жена будет под контролем, финансы. And we know from what the New Testament tells us. И мы знаем из того, что говорит Новый Завет. That the way a man leads his family, то, каким образом мужчина ведет свою семью, is going to be the way he leads the church. Будет влиять на то, как он будет вести церковь. And Paul told Timothy to look at how the man is leading his family before he makes him an elder. И Павел говорил Тимофею, посмотри, как мужчина ведет свою семью, только после этого делай его лидером, старейшиной. Because all of those are character qualities that come out of a man of faith. Поскольку эти качества характера, которые находятся в муже веры. And there are similar characteristics for women of faith. И эти качества также присутствуют и у жен веры. See, I'm going to tell you that a person who is mighty in faith is going to have a very strong character. И я также хочу вам сказать, что муж веры, жена веры, они будут обладать сильным характером. Okay. God basically in chapter 33. В 33 главе. He says, "Okay, I'm not going to kill them." Бог говорит: "Ладно, я не буду их убивать." But I'm not going with them. I'm not going to go with them. И я также не буду идти вместе с ними. I'll send them. I'll give them the promised land, but I'm not going to be in the middle of them because if I stay in the middle of them, I'm going to kill them because they're so stubborn. Я пошлю их, пускай они себе идут своей дорогой, дам им обетованную землю, но только они будут жить в их среде. То есть если я останусь в их среде, то убью их. And that got the children of Israel's attention. They mourned. Это привлекло внимание детей Израилевых. Они начали плакать, скорбеть. Interesting verse, Exodus 33:11. Исход 33:11. Интересный стих.
Now Moses had a pitched a special tent where he would go out and meet with God. Было особенное время у Моисея, когда он выходил и встречался с Богом. So the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. And he would return to the camp. И он возвращался в стан. But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Joshua isn't the one we're studying, but I remember I told you pay attention to Joshua. Помните, я сказала вам, чтобы вы обратили внимание на Иисуса Навина. He's already developed a love for God's presence. Он уже любил Божье присутствие. Even when Moses leaves, he's going to hang out where God is. Даже когда Моисей ушел, он все равно зависал там, где находился Бог. Joshua was loyal to Moses. Иисус Навин был верен Моисею. But he was in love with God. И он также любил Бога. That's a person of faith. Это человек веры. And that's the right-hand man you want. И это тот человек, которого бы вы хотели по правую свою руку. Someone who will be loyal to you, тот, кто будет верен вам, but doesn't worship you. Но не поклоняется вам. They worship God and they want God's presence. Они поклоняются Богу и хотят Божьего присутствия. That will make that person a wonderful assistant. И этот человек будет хорошим помощником. Moses has a conversation with God in the next passage. В следующих стихах мы видим, как Моисей разговаривает с Богом. And verse 15 is important. Важный 15 стих. Moses says, if your presence doesn't go with us, I don't want to go. Моисей говорит, если ты не будешь вместе с нами, я не хочу никуда идти. That's a man of faith. Это муж веры. I don't care how many victories we win. Мне все равно, сколько много побед будет у меня. I don't even want the promise without you. Мне даже обетование не нужно без тебя. What's the good if we get all the prophetic words come to pass? Какое благо будет, если даже все пророческие слова исполнятся? But we've lost his presence. Но мы утеряем его присутствие. That God, if you don't go with us, I don't want to go. Бог, если ты не пойдешь с нами, я не хочу никуда идти. That's how I feel every time we have a congregational meeting in our fellowship. Это то, как я чувствую себя, когда у нас проходит служение в общине. I don't want to just sing songs. Я не хочу просто петь песни. I want to meet with God. Я хочу встретиться с Богом. I want his presence in my midst. И хочу, чтобы его присутствие было среди нас. I sensed that very much last night when we came to the congregation meeting here. И также вчера, когда мы пришли на служение общины. It's not the biggest group of people meeting on a Wednesday evening. Это не самая большая группа людей, которая приходит в среду вечером. But they want to meet with God. Но они хотят встретиться с Богом. God, if your presence doesn't go with us, we don't want to go. Бог, если твое присутствие не пойдет вместе с нами, мы не хотим никуда идти. If you're not going, I'm not going. Ты не идешь, то я не иду. And then God said, "All right, I'll go with you." Затем Бог говорит, хорошо, я пойду вместе с вами. And then Moses says, I want to see your glory. И затем Моисей говорит, я хочу видеть твою славу. Now my friend Nancy, remember the one I told you that's been very sick for 5 years? Моя подруга Нэнси, это та, которая уже больна 5 лет, я говорила о ней. She's the one that showed this to me. Она мне показала этот отрывок. Moses says, I want to see your glory. Моисей сказал, я хочу видеть твою славу. Now when I think about seeing God's glory, I think about lots of light. Когда я думаю о Божьей славе, то я сразу думаю о множестве света, о каком-то драматическом событии. God says, I'm going to make all my goodness pass before you. That's verse 19. Бог говорит, проведу перед тобой всю славу мою. I will make all my goodness pass before you. В английской Библии проведу перед тобой всю мою благость. See, his goodness is his glory. Его благость это и есть его слава. You cannot separate his glory from his presence. Вы не можете отделить его славу от его присутствия.
You cannot separate his glory from his character. Вы не можете отделить его славу от его характера. He is good and he does good. Он благ и он делает благо. He can't lie. Он не может лгать. That's his glory. Это его слава. We want to see his glory frequently. If we will let him open our eyes, we will see his goodness. И мы будем постоянно видеть его славу, если только позволим ему открыть наши глаза, чтобы видеть его благость. Psalm 27. 126 псалом. Spared, unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Again. Psalm 27. Maybe we should go there. Verse. Hang on, I gotta find it myself. 26-й псалом, 13 стих. Но я верую, что вижу благость Господа на земле живых. I would have despaired if I hadn't believed I would see God's goodness in the land of the living. Say it again because it's different in Russian. I would not despair. It translates differently, I know. I would have lost heart. I would have given up. Я бы сдался, я бы был в отчаянии. If I had not believed I would see God's goodness. Если бы только я не верил, что увижу благость Бога. In the land of the living. В земле живых. Now that doesn't mean that God is going to fix all my problems immediately. Это не означает, что Бог сразу же поможет мне исправить все мои проблемы. He's not some fairy godmother with a magic wand. Он не просто такой волшебник, Бог-волшебник с волшебной палочкой. He'll make everything fine. И что все будет сразу хорошо. But in the midst of the difficulties. Но среди всех трудностей, if we will let him, если мы позволим ему, he will open our eyes to see his goodness. То он откроет наши глаза, и мы увидим его благость. He is good. Он благ. And when we see his goodness, we are seeing his glory. И когда мы видим его благость, мы видим его славу. He's good. Он He's благ. Loving. Он любит. He's kind. Он добр. And I see his goodness in the land of the living. Я вижу его благость в земле живых. Sometimes because I'm not dead and you're not dead. И только просто из-за того, что я еще жива и вы живы. That's his goodness. Это его благость. And then when we stop and we look at our lives. И затем, когда мы останавливаемся, смотрим на свою жизнь. What they are now. То, what our lives are now. Какова жизнь сейчас? And we compare them to what they were. И мы сравниваем жизнь с тем, какой она была раньше. Or for someone like I am, I was 5 years old when I accepted Jesus. Допустим, как я, мне было 5 лет, когда я приняла Иисуса. I can compare my life with what it could have been. Я могу сравнить свою жизнь с тем, что могло бы случиться. What if I hadn't accepted Jesus at age 5? Что произошло бы, если бы я не приняла Иисуса в пятилетнем возрасте? What if I hadn't had a mother who taught me? Что если бы у меня не было матери, которая бы учила меня? Where could my life have been? Где бы я оказалась сейчас? Oh God, you're so good. О Бог, ты так благ. I'm seeing his glory. Я вижу его славу в это время. We're seeing his glory. Мы видим его славу. Okay, now where do I want to go? Well, again, and I did that already. Now, 34. Chapter 34. 34-я глава. 29-35. 29 по 35 стихи. When Moses comes down from the presence of the Lord, his face is shining. После того, как Моисей сошел с горы, и после того, как он говорил с Богом, его лицо сияет. That's so cool. Это очень хорошо. That's just amazing.
And it says in Corinthians that when we with an unveiled heart look at the Lord. И в Коринфянам сказано, что когда мы взираем на Господа, see, His glory can shine out of us. То Его слава может сиять из нас. It's not like a literal glow. What? It's not a literal glow like the, you know, the halos in the pictures. Это не такой типа как бы аура такая над головой, кружочек над головой. But you, we see it on each other. Но мы видим ее друг в друге. We know, we see God's glory shining out of each other's eyes. Что Божья слава сияет из глаз наших. I remember years ago I went to a memorial service for a man that I had known. Well, actually, my parents knew him before I was born. Memorial. It was a funeral, but we didn't see the body. It was just a memorial. Memorial. И как-то я посетила одно мероприятие в честь воспоминания одного человека известного. Я родилась уже, но он уже умер к тому времени. And they had a picture of this man just up at, in the front of the church. И в церкви там была было изображение, была фотография этого человека. And I hadn't seen him in person in several years. Лично я его не видела. And when I saw his picture, immediately I thought, he looks like Jesus. И когда я его видела, я подумала про себя, он похож на Иисуса. And God said yes. И Бог сказал да. Because he had walked with Jesus all his life. Поскольку всю свою жизнь он ходил с Иисусом. It wasn't a physical resemblance, it was a spiritual resemblance that was showing on his face. Это не было физическое что-то, но духовное проявление, что видно было на его лице. You know, they said about the disciples that were they said they were untrained men. И об учениках часто говорят, что это были такие необученные, неученые люди. But they recognized they had been with Jesus. Но все же они узнавали, что он был, что они были с Иисусом. We can be that. И мы также можем быть такими. That's Moses is one of our heroes of faith. We can be like him. Так же, как и Моисей, один из наших героев веры. Мы можем быть как он, говорить с Богом лицом к лицу. Now remember that I said that if we had true faith, true biblical faith. И как я говорила, если у нас настоящая библейская вера, there would be some actions. То будут последующие действия. We've already seen some actions in Moses' life. Мы уже видели некоторые действия в жизни Моисея. But now we begin to see him obeying God's instructions as far as the tabernacle is concerned. И также мы видим, как он слушается указаний, повелений Бога в отношении скинии. He's obeying. Он слушается. They do it. They build it. Они they делают. Set it up. It's awesome. God comes. Строят эту скинию, она просто изумительна. Бог приходит. Pillar of cloud by day and fire by night. Awesome. Днем облако, ночью столб огненный. Now we're going to skip over the book of Leviticus and we're going to go to Numbers. И мы пропустим книгу Левит и откроем книгу Чисел. And let's go to Numbers 12. Числа 12 глава. Again, Moses is a hero of faith to me because he kept following God, he kept true to God, he kept leading. И Моисей для меня остается героем веры, потому что он продолжал следовать за Богом, продолжал быть верным, он оставался верным Богу, и он продолжал вести народ. And this time it's amidst criticism from big brother and big sister. И это время, это когда происходит большая критика по отношению Моисея со стороны его большой сестры и большого брата. We do not know if Moses actually sinned in marrying this Cushite woman. Мы не знаем точности, согрешил ли Моисей, когда женился на той женщине. The Bible scholars aren't sure whether this refers to a wife different from his first wife, Zipporah, or if it referred to Zipporah.
We don't know. It's just the, basically he married somebody and they did not approve. Относится ли это к Сефоре, была ли она ефиоплянка, или же это была другая жена после Сефоры, но все-таки ее, она не нашла одобрения со стороны других. So they say, God doesn't just speak through Moses, he also speaks through us. Поэтому говорят, Бог говорит не только с Моисеем, он говорит и с нами тоже. Just give me this, this little, I changed his diapers, I watched over him in the Nile River. Представьте себе, что говорит Мириам. Я же меняла ему памперсы. Я же его смотрела за ним, когда он еще был в Ниле. Что он себе думает вообще? Look at verse 3. Третий стих. The man Moses was very humble. Моисей был человек кратчайший из всех людей. God says, okay, everybody in here. Come on. И Бог говорит, а ну давайте быстро все сюда собрались. Bam. And look what he says, verse 6 through 8. И что говорит он? 6-8 стихи. He lets Moses, Aaron and Miriam have it. Он позволяет Аарону и Мириам это делать. Big trouble. Большую проблему попадают. And he says in verse 8 that they should have been afraid to speak against Moses. И в 8 стихе он говорит, чтобы они побоялись снова говорить что-то против Моисея. A person of faith is going to be afraid to criticize another leader. Человек веры будет бояться критиковать другого лидера. I am a leader in our congregation. Я лидер в нашей общине. God has used me. Бог использует меня. But I don't criticize some other pastor somewhere. Но также я не критикую какого-то пастора в другом месте. I'm very careful. Я очень осторожна. There are TV preachers that have huge ministries. Есть проповедники по телевизору, которых показывают, и у них просто огромнейшее служение. It's not my job to criticize them. Не, в мою задачу не входит критиковать их. I may not understand everything they do. Возможно, я не буду понимать все, что они делают. I might think that I might do it differently. Возможно, я думаю, ну, по-другому у меня бы все это было. Now, if they're teaching something that is error, I will make sure my people know not to listen to error. Ну, возможно, если они будут учить какому-то ошибочному мнению, то я должна просто своим людям сказать об этом. But I'm not criticizing them. Но я не буду критиковать их. They don't work for me. А? They don't work for me. Они не на меня работают. They work for God. Они работают на Бога. So a person of faith is very careful. Человек веры очень осторожен. And so, when God got, it says in verse 9, God got mad and he left. Cloud departed. И в 9 стихе Бог сказал это, он был разозлен, он ушел. And Miriam is a leper. И Мариам покрылась проказой. Whoa. That's making a point, isn't it? Стоит об этом упоминать, не так ли? Moses, who is our hero of faith. Look what Moses did in verse 13. Моисей, наш герой веры, посмотрите, что он делает в 13 стихе. He said, "Heal her, God." Он говорит, Боже, исцели ее. See, I would have wanted to say, я бы сказала, that's what you get, don't mess with me. Вот так тебе и надо, не надо со мной заводиться. I'm just being honest, that's what I would have wanted to say. Я просто честно говорю, что бы я сказала. But I'm going after being like Moses. Но я хочу быть такой, как Моисей. Бог исцели ее. And so God did. И так Бог и сделал. Okay, why don't we take a break? Давайте сделаем перерыв. And then we will pick up and finish up Moses. И затем мы после перерыва завершим finish our study of Moses. Наше изучение Моисея.